Жилый фонд Брестской области складывает 35 миллионов квадратных метров. 95% от этой площади находится у приватной власности. На сегодня в регионе застается около 13 тысяч жилых помешканий, которые до 30 червня этого года еще могут быть приватизированы. Объектов приватизации составляет от 100 до 300 миллионов. Это в зависимости от года постройки дома, от его потребительских качеств. Ну, есть нормативные документы, которые определяют порядок расчета стоимости объектов приватизации. В первую очередь данная стоимость зависит от первоначальной стоимости дома. Ну и применяется ряд коэффициентов для приведения в текущие цены. Также учитываются потребительские свойства каждого жилого помещения. Жилье тех, кто не скористается махчимостью приватизации, с 1 липня перейдет в категорию коммерцийного. Те, кто проживает у таких квартирах, кроме коммунальных послуг, что месяц будут уносить плату по договору найму. Специалисты успокаивают, она будет невеликой. При переводе в коммерческое жилье заселенных жилых помещениях, которые ранее были заняты по договорам найма Госжилфонда, будет применяться понижающий коэффициент 0,1. То есть это в 10 раз арендная плата будет меньше, чем, допустим, на рынке коммерческого жилья, которое предлагается на общих основаниях. Указом президента вызначены категории насельства, которые имеют право на отримание социального жилья. А это значит, что коммерческое жилье они могут перевести у статус социального. Ну, для примера могу привести вот буквально несколько категорий. Это дети, сироты, например, либо инвалиды первой и второй группы, одиноко проживающие, не работающие. Есть ряд категорий, которые получают, имеют недостаточные доходы, то есть меньше бюджета прожиточного минимума. Он сейчас составляет порядка 1 700 000 рублей. По питаниях приватизации жилья во всех гар- и райвыконкамах действуют горячие телефонные линии. Их номеры можно увидеть на отповедных сайтах в интернете. Также при Брестском облсполкоме в нашем отделе действует горячая телефонная линия, телефон 209975. У кого есть какие-то вопросы, могут позвонить и получить консультацию. Приватизация жилья в Беларуси завершается 30 червня 2016 года. Продолжаться этот термин не будет.